Это четвертая, пятая, Более сотни раненых и десятки погибших, среди которых есть дети. Таковы результаты массированной ракетной атаки РФ по Украине 8 июля. Вся страна в ужасе от целенаправленного удара российской ракеты по крупнейшей детской больнице страны – Ахмадет. Тем временем украинские блогеры в сетях как под копирку стали высказывать свое недовольство отечественными политиками и выступать за то, что войну нужно заканчивать любым способом. У них может быть два мотива. Первый мотив – их кто-то координирует, и кто-то им говорит, что они должны транслировать своей аудитории. И этот кто-то действует синхронно с интересами России. То есть, возможно, у них есть какой-то куратор, или, возможно, у них есть какой-то человек, который выполняет волю этого куратора и рассказывает им, что им говорить. Второй вариант. Либо это какой-то банальный страх в результате попадания ракеты в Ахмадет. Может быть, ими руководит страх. Но я думаю, что это все равно как бы системная работа через каких-то кураторов. Первой высказала свое «фэ» в адрес политического руководства Украины блогерша Владислава Роговенко. Для тех, кто не знает, эта дамочка участвовала в различных телевизионных шоу. Сейчас ведет блог в Инстаграм. После обстрела Киева разгневанная так называемая «звезда» заявила, что в войне виноват не сумасшедший диктатор Путин, а власти с обеих сторон. «Я в шоке от новостей. Пусть клоун едет и договаривается о мире. Хватит невинных смертей и этого ужаса. Но сколько это будет продолжаться? Моей злости нет предела. Я ненавижу власть с обеих сторон». Со своим комментарием не замедлила и 21-летняя так называемая лидер мнений Верба. Новоиспеченная экспертка по вопросам коррупции на миллионную аудиторию заявила, что украинцы гибнут от того, что нашу страну обворовывает наша же власть. «Мир видит и ничего не делает. Нашу страну обворовывает наша же власть. Гибнут детишки и люди, рушатся судьбы и жизни, планы и мечты». Блогерша Мила Бараева написала в своем Инстаграм, что российский террор – это следствие политических игрищ. «Прекратите уже это, наконец. Мне как. Лишь бы дети больше не умирали от ваших политических игрищ». К стае недовольных присоединился инфлюенсер Александр Волошин. Некоторые знают его как экс-супруга певицы Анны Тринчер. В своем видео очередной доморощенный эксперт утверждает, что Украина с войной не справляется, мол, нужно искать другой путь. «Надо быть намного умнее, потому что мы сейчас не вывозим эту войну. Давайте быть откровенными, не вывозим. И будет страдать очень много людей, будет умирать много людей за то, что мы не вывезем. Нужно быть хитрее во всей этой игре, потому что это игра, надо сыграть по их правилам». Треба зіграти по їх правилам. А вот блогерша Анастасия Умка превзошла так называемых коллег по цеху. Она заявила, что границы 91 года вообще никому не нужны. «Я не знаю, сколько еще это все может продолжаться. Мне кажется, что все за***ть и никому не нужны границы 91 года. Люди просто хотят мир, покой и просто жить. Просто жить». «В первую очередь это может повлиять таким образом, что они просто вносят, что называется, смуту в общественное мнение, это первое. Они, если они действительно транслируют точку зрения, которая синхронизирована с Россией, это означает, что они стремятся аккумулировать на свою сторону потенциальных своих соратников и, возможно, через какое-то время даже превратить это в какой-то общественный или политический проект. Совершенно очевидно, что от их действий никакой пользы для Украины не будет». И действительно, после высказываний горе-блогеров о том, что войну нужно прекратить любым способом, в сети разразился огромный скандал. По
По-моему, они правы. Каждый этот блогер против войны и геноцида. И против власти. А что власть сделала, чтобы остановить войну? Только продолжает. Какие же мрази? Где СБУ? Куда смотрит? Это же статья «Посягательство на территориальную целостность и государственный суверенитет». Им надо срок дать за это. Общество раскололось на тех, кто за, и на тех, кто против таких нарративов. Если этот блогер призывает к свержению суверенитета, к свержению конституционного строя, ну, то есть к нарушению тех правил, норм и прочих пунктов, указанных в законодательстве, действующем законодательстве Украины, действительно они должны нести ответственность согласно законодательству Украины. Как работают на руку российской пропаганде подобные заявления, видно на примере скандальной блогерши из Днепра Анны Алхим. Это ваша помстимося, мы пробачимо, переможемо. Это все так уже просто. Я думаю, не одну меня. И многие из вас сейчас подумают, так, что ты предлагаешь? Я не воин, я не политик, я не знаю, как... Я не была на фронте, не знаю, как ведется война. Но я знаю точно, что ваше не пробачимо, переможемо, не забудемо. Это когда? Это после того, как вы уже кучу денег, когда уже вам уже ничего не останется от страны, не останется людей, не останется детей, военных, никого не останется, тогда вы не пробачите. Ее видеообращение уже опубликовала у себя в Телеграме рупор Кремля Ольга Скобеева, подписав: «Украинская блогерша Алхим высказалась против продолжения войны с Россией». Безусловно, большинство из этих людей, по крайней мере, кого я видел, кто транслировал эти пророссийские тезисы, они совершенно точно не являются образцами интеллекта. И это лишь часть блогеров-инфлюенсеров, которые открыто распространяют российские нарративы. Поэтому украинцам нужно избирательнее и внимательнее относиться к подобным заявлениям экспертов. Первое – это понимать бэкграунд человека, который с вами разговаривает. Можно ли посмотреть, погуглить его, чем он занимается, какие у него там достижения, не знаю, плюсы, минусы и так далее. То есть если вы видите просто картинку, какую-то говорящую голову, которая никак не гуглится, которая там нет в социальных сетях, непонятно, чем этот человек занимается, у него там профессиональная деятельность и прочее, ну, наверное, не стоит с ним коммуницировать в одностороннем или двустороннем порядке. Имеется в виду, что вот вы его смотрите, это просто говорящая голова. Ну вот зачем вам это надо? Какая цель?